Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вас приветствовать на уроке русского языка. Определим тему нашего урока. Мы с вами изучили все буквы алфавита, и сегодня у нас новая тема. А какая? Давайте вместе ее определим. Послушайте, пожалуйста, загадку и дополните последнее предложение. Думаю, вы догадаетесь. Буквы, значки, как бойцы на парад. В четком порядке поставленный ряд. Каждый в условленном месте стоит и называется все алфавит. Совершенно верно, ребята. Сегодня мы с вами повторим все буквы нашего алфавита и будем разбираться, что же такое алфавит, где он используется и зачем он нам нужен. Посмотрите, пожалуйста, небольшой фрагмент из мультфильма, в котором Маша и Медведь обучают волков алфавиту. Вы можете спеть эту песню. Давайте рассмотрим наши буквы и предметы, которыми они называются. И еще раз вместе назовем все буквы алфавита. Буквы алфавита нужно называть правильно. Это делает вашу речь грамотнее. А. Арбуз. Б. Баран. В. Виноград. Г. Гриб. Д. Дом. Е. Енот. Ё. Ёлка. Ж. Жук. З. Зонт, И – индюк, И – краткая, йог, К – корова, Л – лошадь, М – машина, Н – носки, О – очки, П – паровоз, Р – роза, С – солнце, Т – торт, У – утюг, Ф – флаг, Х – хлеб, С – цапля, Ч – часы, Ш – шары, Ща – щука. Твердый знак – ы, мягкий знак – э, экскаватор, ю – юла, я – яблоко. Как вы заметили, у нас не было предметов на твердый знак – ы и мягкий знак, потому что с этих букв не начинаются слова. Что же такое алфавит? Алфавит мы сможем об этом узнать из толкового словаря. Вам часто нужно будет пользоваться толковыми словарями на уроках русского языка, чтобы определить значение какого-либо слова. Давайте поинтересуемся, что же такое азбука или алфавит. Азбука, ребята, или алфавит – это буквы, расположенные друг за другом в определенном порядке. В русском языке 33 буквы. Что же обозначает слово азбука и слово алфавит? Азбука, ребята, пришло к нам из русского языка, это слово, так как первые две буквы алфавита в старину называли «аз» и «буки». От слияния этих двух слов, то есть эти два слова соединили, получилось слово «азбука». А вот слово «алфавит» пришло к нам из греческого языка. Так в греческом языке называли первые две буквы. Первую букву называли «альфа», вторую букву называли «вита», а соединение этих двух слов дало нам слово «алфавит», которым мы сейчас пользуемся. Итак, мы сказали, что в алфавите русском у нас 33 буквы. Из этих 33 букв 10 букв – это буквы гласных звуков. 21 – это буквы согласных звуков. Но еще, как вы знаете, есть две буквы, которые не обозначают звука. Твердый знак и мягкий знак. И всего получается 33 буквы. Где используется алфавит? Где мы пользуемся алфавитом и как мы им пользуемся? Алфавитом, ребята, пользуются в библиотеке. Книги в библиотеке расположены в алфавитном порядке, так легче их найти. То есть фамилии авторов выстраиваются в алфавитном порядке, так легче найти ту или иную книгу писателя. Также алфавит используется при заполнении медицинских карточек. Фамилия располагается в алфавитном порядке. И в словарях алфавит тоже используется. В словаре все слова записываются по алфавиту, так легче найти то или иное слово. А теперь давайте еще раз вспомним алфавит и заполним пропуски. Надеюсь, вы мне поможете. Первая буква алфавита – А, после нее пропущена буква Б, В, дальше Г, Д, Е, следующее, верно, Ё,
Ж, З, И, дальше пропущено. И краткое. К, Л, следующая буква. М, Н, следующая буква. О, П, Р, С, следующая буква. Т, У, после нее следует F, Х, после Х следует С, Ч, Ш, после нее Ща, твердый знак И, мягкий знак, Э, Ю, и последняя буква алфавита – это Я. Думаю, вы работали вместе со мной и смогли заполнить эти пропуски. А теперь давайте ответим на вопросы. Посмотрим, как вы запомнили то, о чем я говорила. Сколько всего букв в русском алфавите? Надеюсь, вы запомнили, что их 33. Сколько букв гласных звуков? Верно, 10 букв. Сколько букв согласных звуков? Верно, 21 буква. Какие буквы не обозначают звуков? Если вы помните, их две. Совершенно верно, это твердый знак и мягкий знак. Постарайтесь запомнить это и постоянно повторять. А мы сейчас обратимся к нашим учебникам. В ваших учебниках есть стихотворение Николая Марянина «Чудо-азбука». Давайте вместе его прочтем, а потом вы сможете выучить его наизусть и запомнить последовательность букв в алфавите. Готовы? Читаем вместе. «Мне на праздник Дед Мороз чудо-азбуку принес. Ну-ка выучу ее. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. И продолжу без проблем. Ж, З, И, И, К, Л, М. А потом еще прочту. Н, О, П, Р, С, Т, У. И добавлю от души. Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, И. Напоследок будет так. Твердый знак и мягкий знак. А в итоге знаю я очень просто. И-ю-я. У кого желание есть чудо-азбуку прочесть, буквы тот от А до Я быстро выучит, как я. Я думаю, вы тоже сможете выучить наизусть это стихотворение, и тогда буквы от А до Я вы запомните наизусть. А сейчас, ребята, приготовьте, пожалуйста, свои тетрадочки, ручки. Мы будем выполнять письменные упражнения. После текста вам даны уже упражнения в учебнике. Нужно будет читать задания и выполнять письменно эти упражнения. Первое упражнение мы выполним, упражнение номер 3 на странице 85. Давайте посмотрим, что в нем говорится. В упражнении говорится: узнайте слово. Слово нужно собрать из букв алфавита. В этом слове всего 4 буквы. Первая буква этого слова в алфавите стоит вторая. Какая буква в алфавите стоит вторая? Верно, это буква «Б». А вот вторая буква – это первая наша буква алфавита. Это буква первая – А. Значит, у нас уже есть две буквы. Буква «Б» и «А». У нас есть слог «Ба». Идем дальше, ищем третью букву. Третья буква – 12-я, а четвертая буква – 21-я. Это немного сложно посчитать, поэтому я открою алфавит, и мы по алфавиту посчитаем. Считаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-я буква, ребята, это буква К. Запоминаем. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И 21-я буква У. Здесь мы нашли еще две буквы. Буква К и буква У. Давайте запишем, что у нас получилось. Итак. Первая буква – это слово, вторая буква алфавита – «Б». Дальше шла буква «А». 12-я буква – «К». И 21-я буква – «У». У нас получилось слово «Баку». Пожалуйста, составьте с этим словом предложение. Вы можете записать его у себя в тетрадях. А мы идем дальше. Далее, ребята, я вам предлагаю выполнить самостоятельно два упражнения. В одном записать алфавит прописными буквами в тетради, а в другое нужно записать имена пятерых ваших одноклассников в алфавитном порядке, либо одноклассников, либо пятерых ваших друзей.
Обратите внимание, вот так пишутся буквы по порядку в алфавите. Мы изучали написание всех букв, думаю, вы с легкостью с этим справитесь. А наш урок, ребята, подошел к концу. Подведем итог нашего урока. Итак, сегодня мы на уроке познакомились с алфавитным порядком и узнали, что алфавит или азбука – это ряд букв, расположенных в определенном порядке. Узнали, что в алфавите у нас 33 буквы, 10 букв гласных звуков и 21 буква согласных звуков. А еще есть две буквы, которые не обозначают звуки. Это твердый знак и мягкий знак. Познакомились со стихотворением «Чудо-азбука», которое я вам рекомендую выучить наизусть, и самостоятельно будем выполнять упражнения из учебника. А в конце урока я хочу вас, ребята, предупредить, что в нашей стране все еще продолжает свирепствовать вирус, поэтому старайтесь как можно больше оберегать себя. Соблюдайте гигиену, мойте руки, обрабатывайте руки антисептиком. Поменьше бывайте в общественных местах, а если бываете, то обязательно нужно соблюдать дистанцию. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас вновь видеть! Ребятки, с сегодняшнего дня мы с вами начинаем изучение по второй части учебника и рабочей тетради по математике. Желаю вам успехов в освоении новых знаний. Тема нашего сегодняшнего урока называется «Геометрические фигуры», а именно треугольник, круг, квадрат и прямоугольник. С этими понятиями вы уже знакомы с дошкольной подготовки. Освоить новые знания нам помогут, как я уже отметила ранее, вторая часть учебника и рабочие тетради по математике. Итак, посмотрим на экран. Перед нами картина, на которой изображены дети. А что дети делают? Кто-то рисует, кто-то играет, кто-то чертит. Итак, давайте проверим, готовы ли мы к изучению нового раздела. Какие изображенные на рисунке фигуры вам уже знакомы? Давайте посмотрим внимательно. Ребятки, если вы посмотрите внимательно, то заметите, что в шкафу есть игрушки, предметы. Они вам по форме напоминают какие-то геометрические фигуры. А давайте назовем, какие фигуры они вам напоминают. Верно, треугольник, прямоугольник, круг, конус, цилиндр, куб. Молодцы, ребятки! А какие предметы вокруг вас похожи на эти фигуры? Ну-ка, посмотрите внимательно вокруг и постарайтесь ответить на этот вопрос. Вы это можете сделать после окончания нашего урока. Ребята, на картинке мы также видим детей, которые строят башню. А теперь давайте ответим на вопрос, сколько фигур одинакового цвета в башне? Итак, если мы посмотрим внимательно на башню, которую строят детки, сколько фигур одинакового цвета? Мы видим три цилиндра одинакового цвета. Мы видим крышу от башни в форме конуса, тоже одинакового цвета, две фигуры. Хорошо, ребятки, а скажите, пожалуйста, какую фигуру раскрашивает Гюльсюм? Давайте посмотрим внимательно. Наша Гюльсюм тоже рисует башню. Она докрашивает крышу башни. А крыша башни в форме какой геометрической фигуры? Верно, в форме треугольника. Молодцы, ребятки. Дорогие друзья, на этой картине мы также видим мальчика, который что-то чертит. А с помощью чего он чертит? Верно, ребята, с помощью линейки. Давайте рассмотрим линейку. Что же такое линейка? Линейка – это специальное приспособление для того, чтобы мы измеряли длину предметов. Она в виде такой узкой полоски может быть в форме треугольника. На линейке имеются деления, штрихи. И эти деления, ребятки, начинаются от нуля и дальше. Каждое деление обозначено какой-то цифрой. Друзья, количество делений между каждой цифрой равно 10. То есть 10 штрихов и цифра. Например, 0 через 10 штрихов цифра 1, через еще 10 штрихов цифра 2 и так далее. А теперь давайте посмотрим дальше. Нам предлагают сыграть в игру. Ребятки, в этой игре два игрока. При надлежности 4 карточки с геометрическими фигурами, на которых изображены круг, треугольник, квадрат и прямоугольник.
Правила игры таковы. Карточки переворачивают лицом вниз. Вот я для вас приготовила и такие карточки. Посмотрите. Вот у меня треугольник, круг, прямоугольник и квадрат. Эти четыре карточки переворачиваются лицом вниз. Затем из двух игроков кто-нибудь один открывает карточку. По очереди ребята открывают карточки и называют предметы, похожие на данную фигуру. Например, я вытянула карточку в форме круга. Давайте подумаем, какие вокруг нас предметы имеют форму круга. Это может быть, например, тарелка или крышка от кастрюли, или часы в форме круга. Ну а дальше сами подумайте. И я вам предлагаю в эту игру поиграть со взрослыми. Это могут быть ваши родители, бабушки, дедушки, тети, дяди, либо старшие братья и сестры. Выигрывает тот игрок, который назвал наибольшее количество предметов. Итак, теперь посмотрим на наши ключевые слова. Сегодняшние ключевые слова – это треугольник, круг, квадрат и прямоугольник. Ребята, также наши сегодняшние ключевые слова – это сторона и вершина. Что такое сторона и вершина, мы сейчас с вами узнаем. Как мы видим, перед нами треугольник. Вот он, наш треугольник. Треугольник имеет сторону. Вот его стороны, ребятки. Раз, два, три. Три стороны имеет наш треугольник. Также у него есть три вершины. Вот, раз, два, три. Стороны – это прямые линии, которые проходят по границе этой фигуры. Вершины – это точечки, на которых эти прямые линии пересекаются, встречаются. Эти точки называются вершинами данной фигуры. Итак, у нашего треугольника три стороны и три вершины. Три стороны и три вершины. Дальше посмотрим прямоугольник. Прямоугольник имеет сколько сторон? Посчитаем. Раз, два, три, четыре. Четыре стороны. А сколько вершин? Раз, два, три, четыре. У прямоугольника, ребятки, противоположные стороны равны. Противоположные стороны – это стороны, которые стоят напротив друг друга. Раз, два, и верхняя и нижняя стороны. Это противоположные стороны прямоугольника. Круг – это геометрическая фигура, у которой нет сторон и нет вершин. Вот наш круг. Квадрат. Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. Ребятки, у квадрата также 4 стороны и 4 вершины. И все стороны квадрата друг другу равны. А теперь ответим на вопрос умного цыпленка. Сколько сторон и вершин у квадрата? Итак, у квадрата 4 стороны и 4 вершины. А у прямоугольника? Верно, ребята, говорите, у прямоугольника тоже 4 стороны и 4 вершины. Сколько фигур каждого вида на рисунке? Давайте, пользуясь образцом, посчитаем. В образце у нас указано, что треугольников на рисунке 16. Давайте проверим это. Найдем все треугольнички и посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Верно, треугольников у нас 16. Теперь мы должны посчитать, сколько у нас кругов на картине. Раз, два, три, четыре. Четыре круга. Теперь посчитаем, сколько у нас квадратов. Ребятки, как мы видим, квадрат у нас только один единственный. Основание дома в форме квадрата. Значит, один квадрат. Сколько у нас прямоугольников? Давайте посчитаем. Заборы у нас в форме прямоугольника. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Окошко 11. Стволы дерева 12, 13. 13 прямоугольников. Запишем это. А теперь определите предметы, соответствующие каждой фигуре. Итак, перед нами треугольник. Из двух данных рисунков соответствует этой фигуре линейка, потому что она в форме треугольника. Соединим. Круг по форме круглая пуговичка напоминает нам круг. Квадрат. Часы по форме напоминают квадрат. Яблоко и телефон
Телефон по форме напоминает нам прямоугольник. Соединим. Теперь ответим на вопросы, составив примеры. Сколько всего квадратов на двух картинках? На двух картинках давайте посчитаем, сколько квадратов. В левой стороне мы видим два квадратика. Раз, два. А на правом рисунке давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Итак, два квадрата на левом рисунке, семь квадратиков на правом рисунке. Два плюс семь равно девяти. На следующий вопрос, чтобы ответить, нам пример составлять не нужно. Достаточно просто посчитать, сколько кругов на картинке слева. Давайте сосчитаем. На картинке слева раз, два, три, четыре, пять. Пять кругов. Каких фигур на обеих картинках равное количество? Давайте посмотрим, каких фигур равное количество. Если внимательно посмотреть, мы заметим, что и на левом рисунке один треугольник, и на правом рисунке один треугольник. Значит, каких фигур равное количество? Треугольников. В каждом по одному. А если мы сравним, один равно одному. Верно. Какими частями из рамки можно дополнить рисунок? На какие фигуры похожи эти части? Давайте с вами подумаем. В автобусе не хватает колеса. Давайте соединим. У домика не хватает крыши в форме прямоугольника. У крыши не хватает уголка в форме треугольника. Далее, чего нам не хватает? Внимательно посмотрим. Окошко в форме квадратика. Молодцы. А теперь откроем рабочие тетради на страничке 2 и выполним задание номер 1. Соедини фигуры с похожими на них предметами. Давайте первую фигуру определим, как она называется. Верно, круг. Соединим круг с похожими по форме предметами. Это часы и пластинка, либо диск. Треугольник по форме похож на флажок и на дорожный знак. Соединим. Квадрат по форме напоминает нам картину. Картина по форме нам напоминает квадрат. Ну а прямоугольник можно соединить с какими предметами? С блокнотом и с дверью, которые по форме тоже напоминают нам прямоугольник. Теперь необходимо дополнить фигуры и нарисовать еще по одной. Ну что ж, давайте выполним это задание вместе. Сначала обведем по контурам первую фигуру. Затем вторую фигуру дорисуем. Проведем стороны по точкам. Ну что ж, а теперь попробуем нарисовать еще одну такую же. Сначала обозначим вершины точечками, а затем проведем стороны, соединим эти вершины. Теперь попробуем нарисовать круг. Обведем сначала имеющийся. Второй обведем. Теперь попробуем самостоятельно нарисовать круг. Как видите, он охватывает 4 клеточки. А теперь нарисуем прямоугольник. Соединяем аккуратно. Соединяем. И попробуем самостоятельно дорисовать еще один. Сначала обозначим вершины, а затем проведем стороны прямоугольника. Ну а теперь нарисуй фигуру, у которой три стороны и три вершины. Как мы с вами уже знаем, три стороны и три вершины имеет треугольник. Обозначим сначала вершины, три вершины, а затем проведем стороны. Раз, два, три. Теперь надо нарисовать фигуру, у которой четыре стороны и четыре вершины. Ребятки, четыре стороны и четыре вершины имеет квадрат и прямоугольник. Вы можете нарисовать либо квадрат, либо прямоугольник. Я нарисую квадрат, обозначу вершины, а у квадрата, давайте вспомним, все стороны равны и проведу стороны квадрата. Теперь мы должны нарисовать фигуру, у которой нет вершин. Как мы с вами уже знаем, нет вершин у круга. Верно, нарисуем круг. Отлично, молодцы!
Ну а теперь выполним следующее задание. Обведи соответствующую фигуру, у которой 4 стороны, 4 вершины. Синяя и не квадрат. Ребятки, 4 стороны, 4 вершины имеет квадрат и прямоугольник. Наша фигура должна быть синего цвета, и это не квадрат. Если это синяя фигура, не квадрат, значит это что? Верно, это прямоугольник. Отметим. Нет вершин и не красная. У какой фигуры нет вершин? Верно, у круга. А нам нужен круг, который не красный. Раз это не красный круг, значит это будет какой круг? Верно, синий круг. Отметим. Ну что ж, на этом наш урок подошел к концу. В конце хочу вам дать следующее задание. В рабочей тетради на страничке 3 выполните оставшиеся задания. Ну а вам желаю всего хорошего, берегите себя. Встретимся на следующем уроке. Здравствуйте, первоклассники! Сегодня на уроке мы с вами будем говорить о положительных качествах человека. Человек не может целиком обладать только лишь положительными качествами. В обязательном порядке, кроме положительных качеств, у него бывают какие-то отрицательные качества. Но, ребята, мы должны постоянно работать над собой, чтобы уменьшить эти отрицательные качества и увеличить положительные качества. Какие же, ребята, качества это положительные? Давайте с ними ознакомимся. Это, конечно, ребята, воспитанность, вежливость, тактичность, уважение, честность и сострадательность. Человек, который обладает вот этими качествами, ребята, будет совершать хорошие поступки. Таким образом, ребята, качества человека тесно связаны с совершаемыми ими поступками. То есть, если человек обладает хорошими, положительными качествами, то он будет совершать положительные поступки, то есть хорошие поступки. А также мы на предыдущих уроках говорили с вами, что положительным качеством также относится и использование вежливых слов. То есть человек должен постоянно использовать приятные, вежливые слова. Например, если вы кого-то случайно обидели, вы можете извиниться перед этим человеком и произнести вот такие слова. Извините, простите, прошу прощения, виноват, прошу извинить меня, приношу свои извинения. И если вы этому человеку скажете вот эти слова, я вас уверяю, этот человек не только вас простит, но и не будет на вас держать обиду. А сейчас, ребята, давайте посмотрим вот на эту иллюстрацию. Что же мы здесь видим? Кто из ребят обладает положительными качествами? Конечно, ребята, это вот этот мальчик, который хочет помочь девочке. Как можно назвать этого мальчика? Что можно сказать об этом мальчике? Он добрый и отзывчивый. А вот эти ребята тоже, ребята, обладают положительными качествами. Например, вот этот мальчик, он хочет дружить, и при этом он произносит вежливые слова. А вот эта девочка, ребята, проходя мимо пожилых людей, с ними она здоровается. То есть нужно в обязательном порядке обращаться к пожилым людям вежливыми, хорошими словами. Поверьте, им будет очень приятно слышать от вас вот эти приятные слова. Или же, например, вот на этих иллюстрациях мы видим мальчика, который помогает своей бабушке нести тяжелые сумочки. И еще вот про этих детей мы можем сказать, что они тоже очень хорошие, очень добрые дети. Они уступают место пожилой женщине. Значит, это воспитанные дети. И еще, ребята, мы знаем, что человек, который обладает положительными качествами, он никогда не будет сорить, он никогда не будет бросать мусор на землю. Для этого, ребята, есть мусорники. Если вы пребываете в гостях, то нельзя сорить и в гостях. Или же у себя дома тоже нельзя быть неряхой, нельзя сорить. Вежливость, учтивость – очень высокое моральное положительное качество. Вот, например, на первой иллюстрации мы видим мальчика, который помогает девочке, которая уронила книжечку. Или же на второй иллюстрации мы видим мальчика, который пропускает девочек вперед, как настоящий джентльмен. Кто же из этих ребят обладает положительными качествами характера? Конечно, ребята, вот этот мальчик –
Что мы можем сказать об этом мальчике? Он хороший, верный друг. Он хочет угостить своего товарища конфеткой. А что мы можем сказать про этого мальчика? Ребята, этот мальчик невнимательный. Так как посмотрите на дедушку. В руках у дедушки большая стопка книг. Тяжелая стопка книг, а дедушка пожилой, еле-еле стоит на ногах. И мальчик должен был помочь дедушке, чтобы дедушка не таскал вот столько книжек. А про этих детей, ребята, мы можем сказать, что они очень добрые, что они очень любят животных. И вот они очень добрые и хорошие дети. Ребята, как мы уже сказали, хорошие поступки объединяют в себе вот эти положительные качества. То есть положительные качества, их становится очень много, и в результате вот этих положительных качеств человек совершает хорошие поступки. То есть хорошие поступки состоят из таких качеств, как искренность, трудолюбие и честность. Например, ребята, по поступкам вот этих детей можно сказать, что они хорошие друзья, верные товарищи и очень отзывчивые дети. На кого из этих живых организмов похож трудолюбивый человек? Конечно, ребята, трудолюбивый человек похож на пчелку, которая всю жизнь собирает нектар. И еще трудолюбивый человек похож на муравья, который всю жизнь строит себе муравейник и тащит в этот муравейник пищу. А сейчас, ребята, давайте нарисуем героев сказок или мультфильмов, на которых вы хотели бы быть похожими. Вот девочка нарисовала пчелку Майю. А вы кого нарисуете? Вы можете нарисовать, например, крокодила Гену, который поет очень веселые, очень добрые песни. Можете нарисовать тоже пчелку Майю. Или можете нарисовать кота Леопольда, который всем желает добра и со всеми хочет дружить. А что же мы можем сказать про этих детей? Ребята, эти дети очень добрые, они отзывчивые, они с большой любовью относятся к животным. Потому что животное не только это огромная радость и счастье, но это большая ответственность. Ведь за животными нужно ухаживать, и о них нужно заботиться. Добродушный человек готов прийти на помощь бескорыстно, не желает зла, в нем нет зависти. Вот это самое главное, ребята. Например, добродушный человек, ребята, он делает добро кому-то и взамен ничего не желает, потому что он делает добро от души, потому что он любит этого человека и хочет, чтобы этому человеку было хорошо. Есть такие положительные качества, как честность, искренность, доброжелательность. Они удерживают у людей от плохих поступков. Обратите внимание на девочку, с какой любовью она откармливает котенка. Еще, ребята, доброта – это одно из положительных качеств. Добрый человек, он всегда и радостный, и отзывчивый, и счастливый, вежливый, хороший, сердечный и душевный человек. И вот такой человек добрый, он совершает всегда хорошие, добрые поступки. И поэтому этого человека все любят и уважают. С ним все хотят дружить. И поэтому, ребята, еще этот человек бывает успешным в жизни. Все дела даются ему легко. И он всего достигает в жизни. Проходя мимо пожилых людей, ребята, конечно, нужно поздороваться. Это тоже, ребята, одна из положительных качеств человека. Еще, ребята, нельзя быть безразличным к другому человеку. Нужно обращать внимание, если кому-то очень плохо, вы должны помочь этому человеку. Если можете, то, конечно, помогите. А сейчас, ребята, давайте-ка мы проведем вот такую работу. Мы с вами выделим положительные черты характера каждого человека. Это, конечно, уважение, правдивость, любовь, дружелюбие, совесть, щедрость, сострадание, почтительность и ум. Вот эти качества являются тоже положительными качествами человека. Почему говорят, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер? Потому что, ребята, каждый поступок объединяет в себе какие-то положительные черты характера этого человека. За свои поступки надо что делать? Надо отвечать.
За добрые поступки добром отплатят. Прежде чем совершить поступок, нужно что сделать? Нужно подумать хорошенько. Анализируйте свои поступки. Учитесь признавать свои ошибки. Вот это тоже самое главное. А сейчас, ребята, задание к следующему уроку. По учебнику на странице 44-45 выучить текст и ответить на вопросы. До свидания, ребята, до следующего урока.